Вместо денег делать изобретения. Все мои жены упрекали мои, что денег-то у тебя нету, а изобретений много. Плевать мы хотели на твои изобретения, выкинь их в помойку. Разорвем, сейчас сожжем. Чего иногда бывало. Часто непонятые и неоцененные современниками и самыми близкими людьми, они живут в глубоком внутреннем одиночестве, мучаясь вопросом, почему природа выбрала...